Опять пошла. Опять пошла. Опять. Крошки тебе собирать потом. Они сейчас съедят, а тебе крошки останутся. Ну, сейчас хватит. Точно. Распали. Ага. Другие тоже уже караулят. Дальше 3, 2, 5 моих знакомых. А эти трое — это новые какие-то рыбаки уже, рыболовы протопали. Трое там на горизонте с санками, с оборудованием, с каким-то сундуками целыми. Наверное, там и провиант, и все, что надо. Песочек взяла ворона и улетела с кусочком в укромное место.